Доброе утро. На 12-м канале «Час новостей» в студии Анна Кокорина. И главное к этому часу. Цена малейшей ошибки – здоровье и жизни людей. Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений из-за пандемии. Жара в начале мая. В регион идет аномальное потепление. Надолго ли задержится лето? Спецоперация в доме фронтовика-разведчика. Разведчики есть разведчики. Грудь в крестах, голова в кустах. Омские волонтеры навестили ветерана Великой Отечественной. Зачем? И бегом из комнаты в комнату. Пандемия пандемии, но тренировочный процесс не должен останавливаться ни на секунду. Стайеры со всего мира готовятся к омскому СИМу. Когда дадут старт? Снимать режим самоизоляции в России будут в три этапа. Об этом в ходе совещания с президентом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Итак, на первом разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, второй допускает прогулки, открытие образовательных организаций и начало работы точек торговли. На третьем этапе должны открыться парки и скверы. При этом Владимир Путин подчеркнул, что забегать вперед в снятие ограничений нельзя. Любая неосторожность может обернуться откатом назад, а цена малейшей ошибки – это безопасность жизни и здоровья людей. Предполагается, что решения о послаблениях станут принимать главы регионов. Они же могут снова вводить какие-либо ограничения в случае необходимости. Что касается статистики, в Омске диагноз COVID-19 поставлен 197 омичам. 44 человека выздоровели, 5 погибли, все пожилого возраста. Медики предполагают, что в ближайшие дни нагрузка значительно возрастет. Синоптики обещают 30-градусную жару, а значит, многие люди поспешат покинуть свои дома. Но эксперты предостерегают, если все выйдут на улицу, начнут активно общаться, одновременно заболеет огромное количество людей. Вирусная нагрузка на каждого жителя будет значительно выше, не все смогут с ней справиться. Да и попросту усилий врачей и медперсонала не хватит на всех пациентов. Доктора призывают оставаться дома. Ну а по стране за минувшие сутки выявлено 10 559 новых случаев в 82 регионах. Полностью излечились от инфекции 21 327 человек. Среди жертв больше 1500 россиян. И в продолжение темы о погоде. Настоящая летняя жара придет в регион 9 мая. Синоптики обещают плюс 29. Повышаться температура уже начала. Сегодня в Омске прогнозируют 27 тепла без осадков. На отметке в плюс 28 столбики термометров продержатся всю пятницу. Ну а 9 мая Омск накроет настоящий летний зной. Как отмечают метеорологи, такая погода для начала мая в Сибири является аномальной. Показатели превышают норму сразу на 7-10 градусов. Во власти жары регион будет находиться вплоть до середины следующей недели. Немного похолодает до плюс 21 только в четверг. Больше 400 студентов из Казахстана, которые учатся в Омске, смогли уехать на родину. Власти региона организовали доставку ребят на автобусах до пограничных пунктов пропуска. После пересечения границы студентов встретили представители акиматов разных областей. Всем учащимся сделали тест на коронавирус. Добавлю, что это уже не первый рейс, организованный для студентов из соседнего государства. Ранее домой отправились еще несколько сотен человек. А теперь о судьбе российских школьников. Единый госэкзамен омские старшеклассники, возможно, будут сдавать в конце июля, начале августа. А старт нового учебного года в университетах назначат на 1 октября. Такой график сейчас рассматривают в Министерстве просвещения России. Новые условия диктует пандемия. Чтобы избежать взрывного всплеска заболевания коронавирусом, ЕГЭ в школах перенесут с 8 июня на конец лета. Предусмотрят время и на поступление в высшие учебные заведения, сдвинув на месяц начало учебного года. Окончательное решение будет принято после 12 мая. В регионе появился первый сад памяти. Он находится в Черлакском районе. Местные лесоводы высадили тысячи саженцев сосны в честь подвигов не вернувшихся с поля боя солдат. Не случайно для зеленого уголка выбрали многолетние деревья. Они будут цвести несколько веков и таким образом напоминать потомкам о событиях страшной войны. Всего же по стране будет высажено 27 миллионов растений по числу погибших солдат в годы Великой Отечественной. Ну а сегодня сад памяти разобьют в Калачинском районе. Именно
Здесь в сентябре 1942 года была сформирована 30-я отдельная лыжная бригада. В ее состав вошли 18-19-летние парни, и уже спустя несколько месяцев они приняли участие в исторической битве под Севском. Защищая город от фашистов, советская армия понесла колоссальные потери. В бою сложили головы почти 2500 наших ребят. Подготовку памятного сада мы покажем в прямом эфире. Смотрите в следующих выпусках новостей. Омские волонтеры благоустраивают территории у домов фронтовиков Великой Отечественной войны. Ребята убирают мусор, высаживают цветы и красят заборы. В селе Красноярка волонтеры навестили 93-летнего ветерана Владимира Червякова. Впрочем, активисты уверяют, о героях вспоминают не только перед 9 мая. Тему продолжит Анна Черных. Молодежь окружает дом ветерана, вооружившись граблями и баночками с краской. План минимум – убрать прошлогоднюю листву и покрасить забор. Говорят, в селе осталось всего несколько участников Великой Отечественной войны. Ребята стараются каждому уделять как можно больше внимания. Не только перед 9 мая, но и в обычные дни. Стараемся как можно чаще посещать. То есть, как бы по возможности, если что-то там снег выпал, нужно уже сразу, понятное дело, нужно идти. Там где-то ураган прошел, нужно посмотреть, что там, как там случилось. Вот. Со многими соседями разговаривал, то есть постоянно тоже так же активно, то есть проявляется, то есть где-то что-то с электрикой, кто-то, ну, каждый с миру по нитке, как говорится, каждый помогает. Владимир Николаевич с радостью встречает гостей, рассказывает о своем боевом пути. На фронт попал в 44-м. Был командиром отделения разведки. Не раз совершал вылазки в стан врага, рассекречивал местоположение противника. Но самой важной и опасной операцией, в которой участвовал, стало освобождение Кёнигсберга. И вот ракета спускается, а тут ни живой, ни мертвый. Ну, задание, задание. Ракета погасла, опять вперед ползали. Разведчики, лишь разведчики. Грудь в крестах, голова в кустах. Ну, страха не было. Страх был один, когда задание не выполнишь. Впрочем, боялся зря. Благодаря чутью и хорошей боевой подготовке всегда справлялся на отлично. В 45-м война для него не закончилась. Отправился на Дальний Восток. Взял в плен японского генерала и получил за это орден Красной Звезды. Домой вернулся только в 51-м. В мирное время работал бригадиром на заводе, любил активный отдых. До 50 лет играл в футбол, занимался легкой атлетикой и плаванием. Впрочем, и сегодня в свои 93 ветеран твердо стоит на ногах. 9 мая Владимир Николаевич праздником не называет, ведь столько жизни унесла эта война, столько боли и горечи оставила в памяти. Ветеран говорит, куда больше подходит другое, громкое слово «победа». Победы поздравляю всех. Анна Черных и Павел Манжос, 12 канал. Как Омск отпразднует День Победы в условиях самоизоляции, какие выплаты в связи с 9 мая положены ветеранам войны, труженикам тыла и другим категориям, и как вообще в Омской области поддерживают фронтовиков, расскажет губернатор в прямом эфире. 8 мая в 8 часов утра смотрите актуальное интервью с Александром Бурковым на 12 канале и слушайте в эфире радио «Монте-Карло, Омск». Отправили послание в небо. Первоклассники из 140-й гимназии прочитали стихи в память о погибших фронтовиках. А родители записали их короткие выступления на видео. Патриотическую акцию организовали специально к 75-й годовщине Великой Победы. И однажды, шагнув за порог, оглянувшись неловко, нелепо, навсегда вы ушли на фронт, навсегда вы ушли на небо. По словам учителей, 9 мая планировали провести множество мероприятий, но из-за пандемии все концерты пришлось отменить. Чтобы ребята все-таки прониклись атмосферой непростого военного времени, им предложили заучить стихи, посвященные героям. Трогательный четверостишье, к слову, написала одна из классных руководителей, а клип смонтировал учитель информатики. Кроме того, школьники нарисовали плакаты, дети изобразили символы, которые, по их мнению, наиболее точно отражают события войны. Используют тренажеры, бегают вокруг дома и даже из комнаты в комнату. Стайеры из разных стран мира готовятся к Омскому СИМу. Международный марафон в этом году назначен на 2 августа. Спортсмены разыграют Кубок России. Состязания пройдут на трех основных дистанциях – 10, 21 и 42 километра. Как из-за режима самоизоляции изменился календарь других популярных омских забегов, знает Алексей Дариев. Традиционных весеннего полумарафона и цветочного забега в этом году в нашем городе не будет.
Не сказать, что эта новость стала для омских поклонников спорта очень уж большой неожиданностью. В условиях самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, было очевидно, что массовые забеги в обычное время провести не удастся. Но все же оставалась надежда на то, что их перенесут на лето этого года. Увы, обновленный календарь беговых событий теперь выглядит следующим образом. Весенний полумарафон Гандика переносится на 23 мая 2021 года, а цветочный забег на 12 июня, также 2021 года. В этих условиях, в это трудное время, пришлось принимать непростые, нелегкие решения о переносе, либо об отмене тех стартов, которые были намечены в 2020 году. В первую очередь, это касается ближайшего из них. 31 мая в календаре был запланирован весенний полумарафон в формате всероссийского забега. Четвертый год уже существует вот именно такой формат всероссийских соревнований. Мы в этом проекте участвуем уже третий год. И в этом году в нем должны были принять участие представители 85 городов России. Понятно, что ситуация вынуждает принимать такие решения. И вот такое решение было принято не так давно о переносе всероссийского полумарафона за бег на 2 августа. Ну, конечно, главный вопрос, который интересует поклонников бега, состоится ли в этом году Сибирский международный марафон, старт которого по традиции вот уже много лет проходит здесь, на Соборной площади города Омска. На данный момент ни один специалист не может с уверенностью ответить на вопрос о том, раздастся ли вот здесь, на этом самом месте, 2 августа выстрел стартового пистолета омского праздника бега. Но поклонники стайерского бега продолжают готовиться к СИМ в условиях, когда они не могут позволить себе даже элементарную пробежку в парке или по набережной. И тут уж кто во что горазд. У Юлии Ракитиной дома есть беговая дорожка. Пробежать 42 километра она решила во время декрета. И сейчас тренируется 5 раз в неделю по 1,5-2 часа. Пандемия, но тренировочный процесс не должен останавливаться ни на секунду. Жалко, конечно, что многие старты в этом сезоне отменили. С другой стороны, понятно, почему все это делается для нашей безопасности и здоровья. Круто, что не отменился Сибирский международный марафон. К нему и готовлюсь. В этом году планирую пробежать 42 километра 195 метров. После 12 лет перерыва волнуюсь страшно. С другой стороны, есть еще 3 месяца на подготовку. Думаю, все успею. Пока что в планах организаторов СИМ провести Сибирский международный марафон 2 августа. В его рамках должен состояться Кубок России по марафонскому бегу. Учитывая, что ранее в Сочи был отменен назначенный на 4 апреля чемпионат России по марафону, СИМ может стать единственным официальным стартом российских стайеров в этом беговом сезоне. Алексей Дариф, Дмитрий Храмцов, 12 канал. Ну а сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики – сеть магазинов «У дома Тюкалиночка». ИП Сорокина Оксана Владимировна. Ветеран из Ленобласти передаст 3 миллиона рублей в поддержку медиков. 98-летняя Зинаида Корнева объявила сбор средств, запустив блог на YouTube. Бывшая зенитчица-наводчица рассказывает истории о войне и своей жизни, а видео ей помогает записывать внучка. Вдохновилась россиянка опытом британского ветерана Тома Мура, собравшего для врачей более 33 миллионов фунтов стерлингов. Для него бабушка Зина записала видеообращение. Я узнала вашу историю. Вы сильный человек и настоящий солдат. Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм. А сейчас вместе боремся с этим вирусом. Специально к столетию брата по оружию ветеран связала носки и подписала открытку. Их дедушке Тому отправили почтой. Сейчас британские журналисты собираются организовать телемост между двумя фронтовиками. Отмечу, что о герое из России уже рассказал телеканал BBC. Сегодня у бабушки почти 8 тысяч подписчиков, а в блоге более десятка историй. Публиковать рассказы она обещает вплоть до 9 мая. Магазины «У дома», «Тюкалиночка» и молочные продукты от масла сыркомбината «Тюкалинский». Ежедневно свежие продукты для поддержки иммунитета. Молоко, творог, сметана, масло, сыр, кисломолочные продукты, хлеб, десерты, морсы. Собственное производство – оптимальная покупка. Хорошо, что есть «Тюкалиночка». Далее подробный прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру, там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами.
Пескоструйная и антикоррозийная обработка металлоконструкций. 487979. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999-222. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка-продажа теплицы в Омске. Итак, сегодня, 7 мая, в регионе солнечно, без осадков. Температура воздуха в Омске днем до 20 градусов тепла, в районах до плюс 25. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына. Поставь теплицу. Выставка-продажа теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка бесплатно. Монтаж быстро. При покупке теплицы скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь УКИТ Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. На этом выпуск завершен. Следующий смотрите в 12:30, а далее в эфире программа «Срочный вызов». Не переключайтесь.